Всем привет, с вами Клевер. Сегодня мы поиграем в очередной Survival. Выживание. Выживание чего, я пока не знаю. Так, помощи, создатели, настройки, играть. Ну, давайте посмотрим. Ух ты, новая игра. Новая игра? Ага, режим истории, режим песочница. Давай-ка мне историю. Вон, простые острова, средние острова. Песочница. Давай-ка в режим истории поиграем. Мы пока не в курсе, что это новая игра, продолжаем историю, да. Давай посмотрим. Посмотрим, в чем история. Создание мира. Это что у нас? Майнкрафт? Это Майнкрафт? И? Мир создан. Пропустить вступление. Нет, мы не будем пропускать вступление, мы посмотрим. Тигрята. Орел. Сейчас утащит тигренка, да? Утащил. Тигренок летит. В лапах орла. Да. Поцарапал. Теперь полетел назад. Ну, нормально. Короче, тигренок улетел, потерялся. Сейчас надо выжить и вернуться домой. Я так понимаю. Ну, хорошо упал, блин. Да. Не каждый так ее может упасть. Чё, лапа нормально? Надеюсь, ты ничего не сломал, чувак. Ага. Ух ты, это мне такой маленький этот. Мирок? Обучение. Ой, как больно! Оглянись вокруг, вы совсем один. Застряли на острове, далеко от дома. Масштаб камеры. Колесико или РФ? РФ. Ага, или колесико. Для изменения масштаба камеры движения нажмите левую кнопку мыши, используя ВСД. Так, понятно, вращение камеры, правый ПК. Двигайте мышь или используйте вращение. Понятно. Понятно, дальше что? Ага, вот. Правый. Ага, вот как. И. Так, а нам оглянется. Ух ты! Что это? Чувак! У тебя ягода есть, вот. Будешь жрать ягоду. И дальше-то что? Вот, обучение. Давайте посмотрим, сможет ли еще. А, сможет ли мы еще ходить? Сможем ли мы еще ходить? Нажмите на Адама. А потом за синюю лапку. А, вон как. Адам. И сюда. Ох ты, скоростная собака! Я даже не заметил, как он телепортнулся. А почему тут трава выросла? А, он в траву заходит, а тут трава убирается. Ну понятно. Это был длинный путь. Пришло время немного вздремнуть. В начале каждого дня животное устанавливает очки действия, которые в виде самоцветов на ее груди. А, ну самоцвет я вижу. Вот, да. Был. Зелененький. На готовом виде самоцветов на ее груди. Каждое выполнение действия, какие-либо ходьбы, отнимает одно очко действия. Ох ты, блин. Да вы что издеваетесь, а у меня сколько действий? Нет, что ли? Нажмите на кнопку сверху для для завершения дня расположено, чтобы закончить день. И чё? Ну, один. Ага. Два. А, у меня два действия теперь. Кажется, на этом острове полно еды. Давайте поедим. Животные едят одну единицу пищи каждый день. Убедитесь, что Адам не голоден. Счетчик животного вон там. А сколько он должен быть? Показывает, сколько еды потребуется до конца дня. Дайте счетчик еды, сколько еды собрано.
А выберите Адамса, найдите на куст, перемесите к нему фрукты. Ты... И чё? Адам? Ягоды, фрукты, это чё? Уничтожить. Не надо уничтожать ягоды, давай. Вот. Этот остров кажется пустынным, каменным, тропическим. Выйдет к другому. Ага, тропинка ведет к другому острову вдалеке. Животное со временем стареют. В конечном счете умирают. Ёпарасоте, вы чё, чтоб я плакал, что ли, блядь? Чё за игра такая? Панель жизни показывает текущий возраст и продолжительность жизни. Если эта панель заполнится, животное умрет. А переместите Адамса на портовую клетку. Портовую? Какую портовую-то, блин? Клетку с цветами. Взаимодействие с камнем Паки. А, вот! Вот сюда! Адамс? Ты, Адамс? И теперь где она, блин? Как нам отдалить? Вот. С цветами. Так? Как мы его сюда переместим? А? Переместите Анна на портовую клетку с цветами, блядь. Взаимодействие с заостренными камнем, чтобы покинуть его. А, вот с этим, а, коз. Вот. Чтобы покинуть остров, нам надо вот на этот камень. Так я понимаю, да? Адамс, ты как туда пойдешь? Пойдем. Чё, ты можешь как-то пройти туда? Так. Дальше. Чё? Чё это? Остров кажется просто... Давай! Ты тварь, блин. Навыки показываются ген. Вау. Навыки. 4. Еще навыки? Да вы что, издеваетесь? Убери. Убери лапу, блин. Семейный, не надо мне. Ранг животного. Ты, собака! Мне что, теперь один день надо пройти? В натуре? Мне что? Как мне туда пройти? А? Где-то здесь, наверное, есть тропинка. Охренеть. Ну иди сюда. Ага, во. Иди сюда. Сюда. Ага. Как все запутано-то, блин. Где? Вот он. Че это? Расчищай. Ты куда сказанул? Тупая собака, сюда иди. Ага. Че-то мы что, за 6 дней уже живем, да? Сюда. Давай. Сюда. Ага, день. Блин, какая сложная игра-то. Ну. Во, че это? Все животные на портовых клетках мигрируют на другой остров. Животные вне портативных клеток покидают и будут утеряны навсегда. Каких портативных клетках-то, блин? Эй! Ну давай сюда. Нет, сюда давай. Каких-то портативных... Вы меня что запутываете-то? Ты можешь дальше-то? Можете сюда кидануть куда-нибудь, нет? А, во, чё это? Это чё? Подожди. Это чё?
Ты куда, тупой, блин? Это что такое? Флур, что такое? Чё, блин? Что произошло? А? Ага, день это... Пища, пошли, короче, путешествие. Я не знаю, что будет сейчас, но мне интересно просто. Куда-то исчезнут какие-то портативные клетки. Вот. Ага, тропинка из каменной позади вас роскошной... И рухнула на пучину океана. В этом острове живут животные, вы чувствуете присутствие члена вашего вида. Вы можете переключить восприятие, нажав на кнопку снизу 1, 2, 3. А еще передвигайтесь по острову, восприятие 5 единиц еды. Угу. Здесь где-то есть чувак моего вида. Я так понимаю? Вот, пошли как ягодки. Давай ягодку насобирай-ка. Вот, молодец. Ага. Так, сейчас что? Давай восприятие попробуем поменять. О, ягодка. Ух ты, желудь, ё красоты. Давай-ка ягодку пособирай. У меня скоро собака ласты склеит, короче. Давай-ка желудь соберем. О, желудь еще один. Вот, давай. Вот, желудь. Чё этот желудь? Кокос! Попытайтесь расколоть орех, не шанс на успех. Ну давай, расколоть. Кокос. Ты расколол кокос? Пёс, блин. Ты шакал. Раскали кокос. Чё-то странно. А, это вот. Действие у него на шее загорается, да? Вон еще кокос. Иди, короче, сюда. Способ... низкий успех, но низкий способность... Да пошел ты в жопу, давай орешков, вот. У меня собака... Вот, желудь, давай-ка на желудь. Подожди, до желудь не уходи. Собака, иди сюда, к желуди. Вот, давай. Что-то у меня еды-то до хрена, а вот... собака у меня один, клавиша 1, 2, 3. 1, 2, 3. Во-во-во-во-во-во. Вижу, вижу. Давай дальше. Вон он, гад. И вон он, гад. Вы видели, да? Как нам туда пройти? Это чё? Чё это? Чё он сделал? Чувак! Тут бобёр! Ты в курсе? А, это дерево трёс? Высокая трава. А сюда можешь? Во! Ох, ты мяско сделал! А мы не знали, извините. Мы, короче, убили кого-то. А вон заяц. Вот у нас теперь мяско есть, теперь зайку давай. Вот. Отлично. Идет дело-то. О, кто это? Утконос. Предложить 5 еды. Это чё? Изгнать из вашего племени только смогут быть изгнаны. Это спарится. Ну, о! Милота! Теперь у меня будут родственники. Там у меня чё? Всё. О! Ёпарасетем! Он вовремя спарился, надеюсь. А теперь... Ты, да, за него? А, ты тоже уже не это. Ты, так. Мясо забрали. Так.
Построить гнездо. Давай высиживай быстрее кого-нибудь. Ночь. На дворе тишина. О! Ха! Люди! Я успел! Ух ты, блин, каждое животное имеет свой набор уникальных цифр сверху иконки уникальной. Нажав животное, некоторые взаимодействия требуют определенных навыков. Иконки взаимодействия оранжевые, вместе маленький шанс на успех. Найдите курсор на умение для увеличения информации ТНК животного. Вау, ну-ка. Эй, где ты? Семейное дерево. Вау. Видали, да? ДНК у меня какой-то. Не, ну прикольная собака. Фу, бля, собака, говорит. Игрушка прикольная, да? Вот, у меня сейчас... Ох ты, он растет, прикиньте. Еда, главное, есть. Ага. Он может убить ее. Вау. А это что? А, давай-ка вот сюда. Можешь... А что у тебя мало ходов-то, чувак? Вот, а, ты, наверное, маленький, ты не можешь убить его. Вот, теперь может убить, вот. Теперь забрать мяско, вот. Вот, видали, как круто! А это что? Это скоро ласты склеит. Так, а ты что? Ты, чувак, ах ты. Да, подожди, сейчас у меня есть... У меня просто есть одна интересная версия. Это что? И знать из вашего племени слишком молода, чтобы изгнать, то они могут других. А это что, разрушить на гнездо? Уничтожить, чтобы вернуть гнездовой материал. Понятно, ей уже хрен знает сколько. И нам надо что делать? Нам надо искать еще других, чтобы создавать... Да, пошли сюда. Иди сюда. О, зайка. Ну ладно. Еда пока есть. Там мы что, 28 дней уже прожили? Так, все, та ласты склеила. Пошли путешествовать. Ну, в общем, я показал смысл игры. Интересная игрушка. Понравилась. Оба-на. Подписывайтесь на канал. Если хотите продолжение. Так, нас можно уже посмотреть. Сейчас мы посмотрим. У нас ультразвук есть. А, нет, не работает. Вау. Вот, подписывайтесь на канал. Да. Дней. А на этом острове 2 дня. Понятно? Пошли. Вау. Острова все больше и больше, да? Ага. Можем сюда, можем сюда. У нас животное. Чё там? Это что? О! Охренеть! Я медведя надыбал. Эй, он свалил! Сволочь! Он удрал! Это что? Корешки. Пытайтесь освободить низкий шанс на успех. Так я, так, это чё, высокая трава? Ну, в общем, вот такая интересная игра. Тут медведь был, видели, да? Понравилось, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, с вами Клер. Мы найдем этого гада потом и сожрем. И вот, нам надо не дать шанса сдохнуть этому животному. Да, всем пока. А мы можем вот сюда пробраться, да, сказануть к нами. А мы можем, смотрите. Во! Ха-ха! Мы видим их. Медведя. Какая-то утка. Прикольно. А, он вот она, утка. Чей это? А, кролика копать можно?
Ну, вот такая интересная игра. Да. Блин, мне понравилось. Там медведь есть. Интересно, что с медведем можно сделать. Всем пока!